Примерно так началась история взаимоотношений человека и лошади. Более 100 тысяч лет назад первобытные люди одомашнили лошадей. Кони помогали работать, воевать и веселиться, пожалуй, каждому народу. Организаторы праздника показали, как нужны были лошади индейцам, ковбоям и даже мифическим амазонкам. Мы подбирали не лошадей под номера, а номера под лошадей. То есть, что умеют лошади, то мы и показывали. Во время праздника вспомнили и старинные игры, в которых участвовали лошади. Это игра «Догони девушку». Наездник должен догнать наездницу и поцеловать. Если поцелуй девушке не понравится, она может ударить парня хлыстом. В костюмированном представлении поучаствовали 28 лошадей и больше 40 человек. Среди них были совсем маленькие дети и совсем маленькие лошади. 5-летняя Лиза Шишова верхом на пони по кличке Бублик исполнила цирковой номер. Стоял на коне, потом так, потом переворачивалась, то есть так переворачивалась, сидела. Потом, в общем, я там, гладила по попке коняшку, потом обнимала шейку лошадки. 11 лет сегодня отмечает конно-спортивный клуб «Алюр». Все желающие зрители сегодня могут прокатиться на таких замечательных животных. Мы уже посмотрели театральное представление, а впереди нас ждет соревнование по конкуру. Спортсменам нужно было преодолеть 8 метровых препятствий. Между собой соревновались 7 наездников. Это частные коновладельцы и представители конно-спортивных клубов. Быстрее всех за 46 секунд при норме в 50 дистанцию прошла Виктория Сунденхо из клуба «Алюр». Победа для нее стала сюрпризом. Очень рада, неимоверно просто, правда. Не ожидала. Выступаем с этой кобылой давно, но все-таки постоянно на вторых рядах как-то остаемся, хотя и в сильнейшей тройке в основном. Но тут, наконец-то, это первая наша с ней победа. Ужасно рада, кобылу расцелую. Подобный праздник конно-спортивный клуб провел впервые. Не исключено, что при «Алюре» скоро откроется конный театр. Устраивать костюмированные представления теперь здесь хотят часто. Тем более, что лошади совсем не против быть артистами. Анастасия Гаврикова, Андрей Молев, «Альфа-Новости».